Добрый день! Я приветствую всех на канале 18 соток. И сегодня мы будем готовить очередной соус. Это ближневосточный ливанский острый соус шат. Для соуса нам понадобится пучок петрушки, 18 штук хабанера или любого другого перца, пучок кинзы, 170 грамм томатной пасты, белый винный уксус, 250 миллилитров воды, 1 чайная ложка черного перца, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка тмина, 8 зубчиков чеснока и 2 столовых ложки растительного масла. Теперь нам останется измельчить петрушку, кинзу и порезать и удалить семена с перца. Теперь все ингредиенты, кроме уксуса, загружаем в блендер для измельчения. Высыпаем специи. И добавляем воду. Воды нужно будет налить столько, чтобы ваш соус не был очень густым и во время варки не пригорел. Теперь все измельчаем. Мы все измельчили, теперь все выливаем в кастрюлю и ставим на медленный огонь. Соус готовим на медленном огне. Надо постоянно помешивать, иначе может пригореть. И если вы будете использовать этот соус в течение там недели или двух, вы можете вот только закипело, сразу снимать и разлить уже по таре. Такой соус будет храниться где-то в пределах месяца. Если вы будете хранить его в холодильнике. Если вы хотите его хранить в течение длительного времени, нужно, чтобы этот соус кипел где-то в пределах 20 минут. Вот он закипел у нас. Постоянно помешиваем. Еще в течение 20 минут. Наш соус прокипел 17 минут. За 3 минуты до окончания варки мы вливаем уксус. Уксус вливаем 100 мл. Если вы хотите, чтобы ваш соус хранился намного дольше, можете влить больше уксуса. Еще 3 минутки варим. Когда соус будет готов, мы разливаем их в банки стерилизованные, либо в бутылки. Даем им остыть и ставим на хранение в холодильник. Такой соус может храниться до 7 месяцев в холодильнике. Вот готов наш соус. Посмотрите, какая консистенция у него получилась. Очень густой, очень ароматный. Запах вообще бесподобный. Здесь смешались столько специй. А, красота. Я применял здесь перец хабанера. Острота этого соуса 350 тысяч скобелей. Очень вкусный. Теперь осталось его только разлить по бутылкам. Вот так вот. Густой. Лучше применять небольшие бутылки. Это в пределах 200 мл. И хорошо закупорить их. Следует помнить, что после того, как вы откроете бутылку, срок хранения соуса резко падает. По окончанию у нас получилось 8 бутылочек соуса. Эти бутылочки по 200 мл. Это получилось 1 литр 600 мл. Если вы хотите попробовать такой соус, вы можете заказать его у нас. Каталог всех соусов, которые мы продаем, вы можете посмотреть под этим видео.
Там есть ссылки на каталоги семян и в каталоге семян острого перца на самой последней странице. Там есть полностью описание всех этих соусов. На первой и второй странице вся информация о заказе, оплате. Можете заказывать эти соусы. Мы высылаем в любую точку мира. Так что заказывайте у нас соусы.